Привет, дорогой друг! И ты попал на канал SlideRams, и сегодня у нас на обзоре Pacific Series CX. И мы даже не представляли, чем окажется этот Pacific. А пока что давай его послушаем. Итак, довольно достойно звучит. На самом деле, это где-то здесь сейчас будет его внешний вид. И это очень классно выглядит, потому что он черный. Это хромированные лаги. Это 14:5.5. Кстати говоря, это стандарт. Он выглядит как либо афроамериканский рэп, либо black metal. Это что-то такое грозное, классное, рокерское. Я думаю, с этим барабаном вы всегда будете выделяться. Конечно, если бы он был ярко-зеленый, я думаю, вы выделялись бы еще больше, но не выглядели бы по-рокерски. Итак, это Pacific, серия CX. Более точной информации про серию CX я не нашел. Вы можете поделиться со мной ей в комментарии, я буду вам очень сильно признателен. Единственное, что я узнал, это клен. Это клен, и он довольно классно и богато звучит, и... Даже я не представлял, кем и чем окажется этот барабан. Но для начала давай мы с тобой послушаем его в пачке. We'll be right back.
Вот так вот классно этот барабан звучит в пачке. И, в общем, это PDP. PDP, он же DW, он же такие классные барабаны, такая большая компания. И в целом это малая компания DW. Это довольно старый барабан CX. Сейчас можно найти серию CX с новыми лагами, но со старыми информацию найти довольно проблематично. Теперь понятно, откуда такой классный звук, откуда клен за такие небольшие деньги, откуда эти хромированные обода и такой классный внешний вид. Вот. Собственно, данный барабан ты можешь приобрести по ссылочке в описании. Ты можешь написать личные сообщения на email наш. Также пиши в личные сообщения на email по поводу того, если ты хочешь сделать какую-то классную штуку, я буду рад. Оставляй комментарии, подписывайся, звони в колокол, делай все те вещи, которым я буду рад. И, соответственно, буду делать контент еще лучше. Ты был на канале Sly Drums, а с нами был Pacific. Пока.